Привет, друзья, с вами Денисов. В данном видео я хочу вам показать пошаговую инструкцию создания канала на YouTube. Хочу подчеркнуть, что это будет инструкция, что называется от А до Я, включающая в себя такие моменты, как создание аккаунта Google, непосредственно создание канала на видеохостинге YouTube, настройка канала, в которой я расскажу об элементах внешней и внутренней оптимизации. И, конечно, бонус – дам сервис, с помощью которого вы сможете совершенно бесплатно, буквально в течение 10 минут, сделать шапку и аватарку для своего канала. Итак, переходим на сайт google.com для создания нового аккаунта Google. Жмем меню в правом верхнем углу, аккаунт, создать новый аккаунт и заполняем форму. Фамилию, имя, придумываем название нашей будущей электронной почты, придумываем пароль должен быть сложным, жмем кнопку «Далее». Привязываем номер телефона к нашему будущему аккаунту. Вводим номер телефона. Нажимаем кнопку «Далее». Ждем получения пароля на телефон. Ввели пароль. Подтверждаем пароль. Вводим дату рождения. Пол. Кнопочка «Далее». Принимаем условия. Жмем еще раз меню в правом верхнем углу. Входим на видеохостинг YouTube. Кнопка «Войти». Входим через созданный нами аккаунт. Правый верхний угол жмем «Мой канал», «Создать канал». Переходим в меню настроек канала. Начнем наши с вами настройки с оформления внешнего вида канала. Кликаем на кнопочку «Настроить вид канала». Добавить оформление канала. Друзья, помните, в начале видео я говорил о приятном бонусе? Сейчас я вам покажу сервис для быстрого, удобного, бесплатного оформления шапки канала. Сервис называется canva.com. Легкая регистрация в течение 5 минут, позволяющая сделать вам шапку, какую вы захотите. Я же загружаю заранее подготовленную картинку с компьютера. Итак, загрузили картинку. В данной форме мы можем увидеть, как шапка нашего канала будет выглядеть на разных устройствах. Здесь сразу же мы можем добавить описание к нашему каналу. В описании мы пишем, о чем будет наш канал, тематика канала. Изменяем значок канала. Подгружаем с компьютера заранее приготовленную картинку.
В данной форме по необходимости мы можем сразу же изменить название канала. Жмем колесико, переходим к внутренним настройкам канала. Данная форма позволяет нам скрыть наши подписки, не показывать видео, на которые мы поставили лайки в нашей ленте, а также скрыть комментарии в обсуждениях. Рекомендую данные настройки не менять и оставить как есть. Сейчас мы видим канал как владелец. С помощью данной кнопки мы можем посмотреть, как будет видеть канал наш подписчик и как гость. Итак, продолжаем наши настройки. Снова нажимаем «Мой канал», «Творческая студия». И переходим к внутренним настройкам канала. Выбираем валюту. Другие настройки, расширенные настройки. Выбираем страну. Прописываем ключевые слова канала с помощью сервиса Яндекс Wordstat. Подбираем ключевые запросы, подходящие по тематике нашего канала. Выбранные ключевые слова прописываем через запятую. Также на начальном этапе рекомендую скрыть количество наших подписчиков на канале. Нажимаем кнопку «Сохранить». Переходим в раздел «Статусы функции». В данном разделе я рекомендую включить всего лишь две функции. Первая функция – это более длинные видео. Сейчас мы ее активируем. Вписываем номер телефона, получаем смс для подтверждения. Вторая функция, которую я рекомендую включить, это прямые трансляции. Активируем данную функцию в случае, если вы планируете проводить прямые трансляции на своем канале. Последняя настройка, которую я бы рекомендовал сделать, это фирменный стиль. Нажимаем слева «Фирменный стиль» и загружаем сюда значок, который будет появляться при просмотре вашего видео в правом нижнем углу. Сейчас покажу на примере. Обратите внимание, в правом нижнем углу появился значок. Друзья, надеюсь, я все понятно и доходчиво объяснил. Уверен, мой труд заслуживает лайк и положительный комментарий к данному видео. Если остались вопросы, напишите мне ВКонтакте, которые я оставил в описании под видео. С радостью на них отвечу. Подписывайтесь на канал. Впереди вас ждут обучающие видео по оптимизации, продвижению канала, ну и, конечно, выводу видео в топ. До связи!